Ребят, привет! Сейчас буду с вами делать фотографию для закрепа в группе. У меня есть вот такая фотография. Я их выбираю либо со светлым фоном, либо вырезаю ту картинку, которая мне нужна, да, которая интересна. Далее. Есть иконки, вот сайт иконок, где я могу написать, и иконка, которая мне понравилась, ее скачать. Семья, например. Ну, такая семья нам нравится. Ну, допустим, вот такая. Скачиваем. Вот она, эта иконка. Вставляем в наш шаблон. Добавляем текст. Немножко накидала текста, чтобы вас не задерживать. Да, показать. Дальше пишем заголовок. Увеличиваем так, как нам надо. Можно со шрифтом поиграть, какой хотите, да? Мне вот этот нравится, но только чуть-чуть, наоборот, поменьше наверное. Так, сильно маленький получается, да? Можно сделать. Так, не хочется, чтобы на лицо девочки наезжала. Ну и выделить можем каким-то шрифтом. Да, я думаю, достаточно. Вот это еще немножечко спустить. Итак, получилась вот такая у нас картиночка. Мы ее подкорректировали, да, здесь можно различные элементы вставлять, ну, в принципе, мне нравится. Нажимаем сохранить как, и я на рабочий стол сохраняю в формате JPEG. Только текущий файл. И давайте посмотрим, что же получилось. А получилась у нас вот такая картиночка, которую мы уже будем прикреплять. Да, можно вот так ее еще обрезать, если вам нужна горизонтальная. Ну, меня так устраивает.